Всем привет, моя аудитория. Это канал «Жизнь с нуля». Вот наше утро. Мы кушаем. Сейчас. Если вы смотрите это видео, вы на канале «Жизнь с нуля». С вами автор, ведущий канала Вячеслав. Значит, сегодня вечером обратился за информационной помощью к одному блогеру известному, но пока не говорю какому, вот, у которого 33 тысячи подписчиков. Вот, значит, вопрос, который хотим поднять, это вопрос моего шефа. Вот сегодня буду, скорее всего, записывать видео с явками, паролями, именами и фамилиями. Вот основная задача какая моя стоит — сделать моему руководителю хорошую рекламу. Вот. Я думаю, что он сегодня станет популярен не только на территории Российской Федерации, но и в странах ближнего и дальнего зарубежья, а также за границей. Вот. Я думаю, что сегодня я начну потихонечку снимать ролики, которые дадут большую огласку ситуации, в которой я попал. Значит, раз нету трудовых договоров, значит, будем пользоваться вне договорными методами. Вот. Стараемся делать так, чтобы у этой фирмы не было заказов вообще. Вот он не выходит на связь, соответственно, денег нет. Значит, сумма висит очень большая под Новый год. Вот. В общем, Ваньку ломает. Ну, кто не в курсе ситуации, посмотрите мое предыдущее видео. Вот, я думаю, что мы потихонечку начнем называть вещи своими именами. То есть, ну, это развод, это кидалово. Вот. Кроме меня еще человек 6, наверное, точно в таком же положении. Вот, единственная разница в том, что я, например, не буду молчать об этой ситуации. Вот и постараюсь теме придать большую огласку. Я думаю, что перед выборами президента в России такая реклама человеку не помешает. Или же он отдает все деньги, или же о нем будут знать все. Вот, в том числе и прокуратура. Вот, несколько юристов отписалось, которые сказали, что при наличии свидетелей можно, в общем-то, подать иск в суд. Вот. Я долго принимал такое решение, делать что-то или нет, но в итоге я чувствую, что надо это делать, потому что, во-первых, ну, я жду, а проблема-то не решается. А во-вторых, как бы надо что-то делать. Вот. Значит, ситуация, значит, я ее опишу, скорее всего, смонтирую ролик, покажу, как я делал, что я делал для того, чтобы помочь человеку, вере его слову. В общем-то, до какого-то момента он его соблюдал. Вот. Но так как он является сильной стороной и все-таки обладает возможностью, скажем так, отдачи денег, вот, даже в экстренной ситуации, я думаю, что стоит пойти дальше. Вот. Еще раз говорю, что идет очень большая задержка зарплаты мне и людям, которые со мной работали. Вот. Это порождает кучу всяких проблем. Вот. В Библии написано, что стены начнут вопить, если закладку этих стен не отдать рабочим деньги. Вот. Так что вот такая вот интересная история. Прошу вашей поддержки, следите за видео. Вот. Ставьте лайки, репосты. Вот. И поддерживайте комментариями. Ваша поддержка очень нужна. А поддержка канала в виде электронного кошелька есть под видео, посмотрите, и информация о канале. В этом видео пока, наверное, не буду размещать, потому что нет такой возможности. Вот. Так что, всем добра, всех с наступающим, пока.